Привет, ребята! Меня зовут Данила. Сегодня я вам покажу, как делать настоящий электрический генератор. Для этого генератора мне понадобится вот эта черная штука, которая называется редуктор. Мне его дал папа. Он сделан для того, чтобы, если вращать эту ручку, увеличивает скорость оборотов на вот этот вал. Так. И у меня крутится ручка, этот вал быстро. Еще вот этот моторчик. Мы его вот вал моторчик мы присоединим резинкой к этому валу редуктор. А сейчас я прикреплю редуктор к этому деревянному бруску с помощью шурупа. Мне понадобится 3 шурупа и, конечно, отвертка. Сложно на доске. И вот я прикрепил редуктор, а теперь буду крепить этот моторчик к бруску с помощью этой проволочки и, конечно, шурупа. Вот я прикрепил мотор. Теперь мне надо соединить вал моего мотора с валом редуктора. Креплять будем приводным ремнем. Это будет резиночка. Надо смотреть внимательно, чтобы резиночка попала точно в пазы вала для мотора. Мой генератор готов. Теперь надо проверить, все ли хорошо вращается. Теперь мы можем подсоединить к нашему генератору вот эти вот светодиоды. Теперь испытаем наш генератор на светодиоды. Смотрите, я вращаю ручку, они светятся. И вот такой простой и интересный генератор я собрал с вами. Пока!